Итак, демонстрируем нашу новую кофемашину. Классная. Вот старенькая. Тут под названием выбирать, какой хочешь кофе бесплатный у нас на работе. Также предупреждение об аллергии. Вдруг у кого есть. Это холодная вода просто течет. Просто если хочем холодной водички, нажимаем кнопочку, бьется. Не мимо чашечку холодная вода. Это вот холодная вода, это очень холодная чилинг с морозилки. Так, и сейчас нальем кофе, продемонстрируем. Значит, что здесь у нас? Капучино написано place pick up and select. Выбираем капучино, эспрессо, black coffee, кафе латте, кафе ардолейт, чоколад, шоколад, мока, латте макиато и хот вода. So I want coffee latte. Так, бесплатно мне набирают кофе латте. Это же классно вообще, вот здесь приехать. Nice. Кофе. Предупреждение тоже. Не ложите руки, то все горячо. Ням-ням. Сейчас буду кушать пить свои кофе латте. Класс. Бесплатно? Причем? Булочкой. Это я уже начала это знать. Ну, салфеточку убрать. Не сильно чистая. Творожок. Кофе латте. Так у нас выглядит столовая. Часики на столе. Сейчас 7:35. Сори, на стене. Такие столики. Уже вечереет, немножко сейчас побегу на поезд. Холодильники, кому надо что положить в холодильник. Микроволновки, если нужно что-то разогреть. Clean as you go, сами должны убирать. Здесь у нас сейчас чаек, палочки мешать, teabags. Молочко и сахар, кому нужно, или свитно. Чашки пластиковые. Все в клинере. Я салфеточки, вот такое красивое. Салфеточки. И тостер.